Губернатор Игорь Рудыня провел в правительстве Тверской области встречу с председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации Максимом Топилиным. Обсуждали взаимодействие в решении социально значимых задач. Подробности у Ирины Синягиной. В феврале текущего года МФЦ Тверской области и региональное отделение Пенсионного фонда подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на расширение предоставления услуг фонда через МФЦ. Игорь Рудыня и Максим Топилин обсудили развитие сотрудничества ПФР и региональных МФЦ в рамках подписанного соглашения, чтобы сделать услуги еще более доступными и удобными для граждан. Сегодня стоит задача качественного обеспечения предоставления государственных услуг, государственных гарантий для граждан России, которые проживают на территории нашего региона. Также хотел бы сказать, что мы активно взаимодействуем через службу занятости по совместным программам, проектам. И мы знаем, что сейчас идет большая работа по направлению реновации, тоже, так сказать, в том числе и зданий и сооружений, домов для людей преклонного возраста, где они могут проходить лечение, реабилитацию и могут там проживать на постоянной или временной основе. В настоящее время в соответствии с соглашением через МФЦ предоставляется 18 из 23 услуг Пенсионного фонда. Смотрели, каким образом организована работа клиентских служб, заехали МФЦ, почему это важно. Жизнь будет развиваться таким образом, что люди будут получать услуги в электронном виде, безусловно, во многом, но и будут посещать различные точки. И нам очень важно, чтобы услуги, в том числе и которые оказывает Пенсионный фонд, оказывались в многофункциональных центрах. Игорь Рудыня подчеркнул, в Тверской области приоритетное внимание уделяется вопросам развития демографии. На встрече также шла речь о развитии программы материнского капитала, предоставлении единовременных выплат ко Дню Победы ветеранам.